Мы в этом году меняем подходы к организации вот этой работы. Сейчас Институт повышения квалификации наш, отраслевой, он завершает разработку обучающей программы. Мы для всем наблюдателям, которые у нас будут аккредитованы, либо захотят участвовать в этой процедуре, предоставим возможность изучить эту программу и проведем предварительное тестирование. Для того, чтобы понимать, что каждый общественный наблюдатель, который придет на пункт, знает о своих обязанностях, о своих правах, и, конечно же, об ответственности, которую он несет. Надеемся, что в этом году, с учетом такой вот массовой информационной поддержки проведения экзамена, мы будем иметь достаточное количество общественных наблюдателей. Мы провели уже такую работу в прошлом году, имели хороший результат с выпускниками школы прошлых лет, ныне студентами вузов. Это активная молодежь, которая знает процедуры проведения единого государственного экзамена и заинтересована в том, чтобы этот экзамен проходил честно и открыто.